По инициативе партии «Единая Россия» в российских школах реализуется проект «Киноурок». Ученики сами снимают фильмы о том, что их волнует, планируется снять 99 видеоматериалов на разные темы. Все они будут показаны в разных регионах страны. Школьники республики тоже планируют снять фильм, а пока ищут дополнительные средства на реализацию проекта. Как им это удается, в нашем материале. В рамках проекта «Киноурок» каждый месяц во всех регионах показывают по одному фильму. Их уже отсняли ученики из Тульской, Костромской областей и Петербурга. На очереди Чувашия. Мы ждем режиссера в ближайшее время. Пройдет кастинг. Я думаю, что тут будет несколько героев. Да, сценарий будем писать, будем его обсуждать. Я думаю, что самое главное – дети будут авторами этого сценария. Средства решили найти с помощью старого проверенного способа. Ребята собирают и сдают макулатуру. Так родилось движение «Киноэкология». Мы хотим спасти деревья с помощью этого. И в Чебоксарах хотят создать свой киноурок. И за макулатуру нам дадут деньги. И эти все деньги будут перечислены на счет тех людей, кто снимает этот киноурок. Мы хотим сделать доброе дело, поэтому собираем всем классом вместе. Несмотря на то, что современное общество предпочитает для чтения и поиска информации электронные носители, только третьеклассникам Чебоксарской школы номер 59 удалось собрать 900 килограммов макулатуры. Помогли и родители, вспомнив свое пионерское прошлое. Я мама одного из третьеклассников. Мы тоже, как и все остальные ребятки, поучаствовали в акции сбора макулатуры. То же самое мы всегда делали в детстве. Каждый год в школу мы всем классам, всем коллективам приносили макулатуру, собирали. Это было целое движение, это было целое понимание чего-то важного и нужного, самое главное, для общества. В ближайшее время к этому движению присоединятся и учащиеся других школ республики. Чтобы снять фильм, нужно собрать как минимум 150 тонн бумаги. Екатерина Шеверова, Алина Сусметова, Дмитрий Салманов, Республика.